Всем привет, кто меня смотрит. Я иду на прогулку с GoPro. Morning. В Дублине 10 утра. Вот снимаем со стабилизатором. Теперь флорил тестирую. Привет всем. Иду на прогулку с GoPro. Прогуляться, проверить. Палка, стабилизация. Все должно работать на сей раз. Так что делитесь трансляцией. И жмите лайки, и подписывайтесь. Плавно, да. Несмотря на то, что я дергаюсь, я пытаюсь приделать рюкзак. Надо продумать, это все первый раз. Я тогда ходил так немного по-дурацки, когда в магазине проверял без палки. Теперь со стабилизатором. Пробуем посерьезнее погулять. Батарейки запасные не взял. Да, я вышел из дома. Идем окрестности. Стабилизатор включен. Да, в одной руке я держу телефон, на второй это. Еще рюкзак дурацкий, надо было другой взять. Он мне откровенно мешает. Ну да бог с ним. Наша цель погулять. Вот вы видите Кадборис. Меня слышно хорошо, да? Нажмите плюс или один, если хорошо. Два или минус, если плохо. Звук я беру с наушника телефона. Для простоты. Отлично. Вот, вот так будем работать. Осталось мне еще этот DJI Osmo Mobile получить. Наверное, завтра придет. Можем и без GoPro. Дом Коннора, я боюсь, что находится очень далеко, в башне Трампа он сейчас живет. Будет у него там тусоваться на инаугурации. А мы пойдем на мою обычную прогулку. Будем снимать, пока не кончится батарейка. Я запасные не брал, хотя они у меня есть. Рюкзак я не продумал, несколько мешает. А градусов плюс 10. Облачное будет солнце, ветра почти нет. Плюс 10, тепло. И вчера также было. Не считая рюкзака, Трамп нет. Он наполовину шотландец по матери. Но он, конечно, американец там третьего поколения. Но если говорить про его корни. А по отцу он немец. То есть в Америке, конечно, все эмигранты, как вы понимаете. То есть он шотландский немец, если говорить про его происхождение. То есть фамилия Трамп переделана с фамилии Драмп. Чуть ее поменяли. Мы переходим дорогу. Рюкзак меня откровенно утомляет. Можем двигать. Да, Драмп исходно. Через Эй даже. Они ее переделали на более английский манер. Ну, вообще так неплохо снимать, то есть у меня в одной руке маленькая палка. В смысле, дорогу переходить? А здесь все так переходят, я это светофор наизусть знаю. Здесь нет кнопки, это не нарушение. Там есть другие светофоры, на которых кнопок нет, которые, в смысле, регулируемые. Это просто обычная прогулка в окрестности. Проверяем, как это работает, все чудо-техника. Надо что-то придумать с рюкзаком. Он просто с плеча куртки сваливается и висит на руке. Но это не влияет никак на стабилизацию. Нет, там есть дальше переход, но там можно нажать кнопку и ждать. Ну зачем? Здесь это не запрещено. Если ты не перебегаешь. Ну так, вчера было не очень, сегодня убрали. Тоже бросает мусор. В центре не стоит. Так много или мало? Не, ну я по ночам, у меня бессонница была. Но сегодня у меня нормально уже лежу. Общаги, ну, есть где-то в университетах, но они дорогие довольно, комфортабельные. Привет, первый день в Перископе. Подписывайтесь сразу, будем интересные стримить вещи. Вот это GoPro плюс стабилизатор Karma, его родной. Идет связь через Wi-Fi, а дальше сигнал идет с телефона через 4G. Вот здесь так мелкий набор магазинов, аптека. Вот. К этой палке еще тоже надо привыкнуть. Я чисто интуитивно. Тут есть какие-то кнопки на ней, но я еще не пробовал их употреблять. Welcome. Подписывайтесь сразу.
Здесь много очень магазинов в разных местах. Это обычно дома. Спальный район, резиденциал area. В общем, в левой руке несет, да как угодно, как везде. Есть спорт, есть клубы на любой вкус. Пабы местные. Слушайте, ну штука мне нравится. Можно поправлять очки. Сейчас я перейду дальше на поле. Я попробую рюкзак как-то повесить. У меня задолбал болтается на одной руке. Просто я уже сюда перейду до поля. Там поле обычно. Это такой у меня минимальный маршрут. Прогулки 45 минут. Можно много где гулять. Дальний, это если я пойду в парк. Сегодня, наверное, нет. Завтра мне должна из Англии прийти еще одна. Еще один стабилизатор, но уже напрямую для телефона. Чтобы без GoPro-шки. А телефон на маленькой палке. Тоже удобно, чтобы я мог комменты читать. И он передает сигнал. Дополнительная батарея у меня есть, но на ходу. Да, белки есть. Есть и лисицы даже. А в другом парке покрупнее, там даже олень есть. Но в этом белки больше. Лисицы у меня рядом с домом даже живут. И кролики. Да видел я вас раз, задолбали этим Макгрегором. Он мне не очень интересен. Он там в список Forbes вошел. Вот здесь есть кнопка. Мы можем честно перейти. Я поправлю рюкзак. Правда, мы опаздываем, но да пофига. Желтый еще годится. У нас нет педантизма с переходами. В центре, конечно, или где-то шоссе, там надо аккуратно. Ну, вот такое поле. Кто смотрел? Я гуляю. Нужно заниматься хотя бы прогулкой. Кто смотрел, может, видел эти кадры в мой инстаграм. Здравствуйте. У нас 10 утра примерно. И примерно 10 градусов и ветер километров 5 всего, что для нас редкость. Очень тихо. Ну что, попробуем поправить рюкзачок. Приветствую, приветствую. Вот вы видите телефончик. Как-то его надо через плечо одеть. Во. И распутать телефон, чтобы он не упал. Уронил наушник. Сейчас исправим. Это все еще не продумано. Почему? На Германию и так все похожи. Больше на Англию. This is silent, yeah. Northern part of Dublin. Киборг, да. Иду с двумя штативами в левой руке и в правой. Причем правый массивный. Если кто нападет, можно ей стукнуть. Довольно такая дубинка. Сейчас я еще одену в этот, в ручку, чтобы не на Россию похоже. Ну не знаю, в России снег лежит. Здесь зеленая трава. Плюс 10 градусов. Снег очень редко. Не каждый год. В прошлом году не было. В этом был немножко. Совсем чуть-чуть. Было обледенело. А, да нет. У меня за всю историю, по-моему, один раз был. Ну, там их было много, гопники. И двое было в мотоциклах. И никто не очень-то спешил помогать. Но это в парке было. Ладно. Я в тот парк особо теперь не хожу. Там есть дурацкий один парк с плохой репутацией. Вот который я хожу, он нормальный. Привыкнуть к пользованию. То есть все... Первый раз не продумано. Я тогда вообще одел на шапку себе, кто видел, первый бродкаст. Ходил в магазин. А я не убирал, это была случайность. Первая попавшаяся англоязычная страна, где мне предлагали позицию после университета в 94-м году. Я даже, на самом деле, ее получил как бы в 93-м даже. Но у меня надо было закончить кандидатский минимум, паспорт получить и так далее. Иностранно. Это заняло время. Только в мае я переехал. Зубы там лечил. Ну, когда полжизни прожил, то да. 20, скоро 3 года будет, как я здесь. Вот там чего-то строят. К сожалению, зуб на ходу. Нет, я кандидат физмат. Медицинский у меня опыт биоисследований, преподавания на медицинском факультете. Я не врач по лицензии.
Для этого надо учиться лет 10, как минимум. Но я тоже долго учился, то есть 5,5, чтобы кандидата был, ну, в смысле, МСИ, мастера, и потом еще аспирантура. Да, здесь много молодежи. Кстати, чем хорошо, причем и всякой, любых национальностей, не только местных. Сюда очень много туристов приезжают, особенно из Европы. Французы, немцы, испанцы, итальянцы. В основном. Но не только. Американцев очень много. Они многие же ирландские американцы. Да, кандидата я получил в 95-м. Я уже был уехал в Ирландию, мне осталось защитить диссертацию кандидатскую. Я вернулся для этого во время каникул и получил. Так что у меня красный диплом плюс диссертация. Это хватило, чтобы мне здесь получить работу в университете. Hi. Just taking a walk in Dublin. Around the house. There is a dog. Да, сейчас как осень. Ну, вообще, был немножко снег. Чуть-чуть с утра было, так -2 пару дней. Сильнее в плане, что здесь вооруженных сил-то почти нет. По-моему, 2 корабля военных, и там пара самолетов, и один даже танк есть. Ну, сейчас тепло конкретно. Обещают, опять похолодает. Но осень у нас примерно, да, не намного отличается. Потеплее. Нет, сейчас я уже не преподаю, только за исследования, статьи, книги, консультации. Надоело. Но 20 лет преподавал. Примерно. Вот здесь строили, почти уже построили раздевалку для местного футбольного клуба. Вот здесь грязище. Вот еще эти кучи будут разгребать газоны. Вот видите. Dressing room development. Для меня, не знаю, что-то интересное, чтобы было в жизни. Вот они саму раздевалку уже построили. Потом наука меня устраивает. Там всегда что-то новое, знаешь, интересно. Да, нормальные отношения были. Я был популярен. Ну, конечно, какой-то акцент у меня все равно есть. Но так сильно никто не жаловался. Старался говорить чуть почетче, помедленнее. Аспиранты были. Сколько у меня? Человек 7 защитилось, по-моему. Успешно. В разных странах работают. Кто в науку ушел, кто в компьютерную индустрию, по-разному. Поскольку я занимался компьютерным моделированием, то мы достаточно как айтишники. Hi. So you see, this is the dressing room. It's almost completed. They're just doing landscape. Yeah, it's about 10:15 now, plus 10 degrees Celsius. And она чего-то в слип, надо это отключить будет. Изображение не пропадало, да, а картинка была пристыла. У нее слип мода. Ну, хоть не зависло. Надо будет поиграться с опциями. Возможно, это можно изменить. Чтобы она не спала. На по умолчанию там сколько-то минут. А так заряд батареи у нас вполне высокий. Причем эта палочка заряжает. Нет, здесь есть горы. Километров так 2 с чем-то даже. Таргинский, нет. Язык английский. Есть еще гельский, ирландский. Древний язык совершенно отличается. Второй официальный, но на нем почти никто не говорит. Народ занимается пробежкой. Я тоже иду быстро. Да я выучил его еще в школе, где-то в 6 классе я уже неплохо знал. Ну, потом в университете мне почти учить там нечего было. Хорошие учителя, тем более я вполне занялся языком, так что у меня не было проблем. Ну, местный акцент, к нему привыкаешь. По-ирландски, могу сказать, как спасибо по-ирландски. Гух, мурух, агут, как вам, это thank you. Да можно, что, телевизор включить?
или что-нибудь с интернета. Легко. У нас тут есть канал ТГ4. Там хорошие фильмы, кстати, крутят. Но там на оригинале, а субтитры по-ирландски. Ну, фолча это здрасте. А пока это слон. Да я его знаю только фразы. Так что не путайте, не мучайте меня. Да, вот эта штука впадает в слип, надо знать. Вот те две трубы, там находится Дублинский залив. Зум на этой штуке я не могу на ходу делать. Хотя, может быть, ремоут у меня есть к нему. Это еще та третья рука нужна. Ой, здесь очень много фильмов снимают. Голливуд снимает или в Виклу, или на Западе. Просто со старых времен традиция. Здесь очень красивые места. Брейвхарт здесь снимали. Что еще снимали? Вот из новых фильмов я смотрел Синг-стрит. Можете посмотреть. Прямо в Дублине снят и в окрестностях. Вот, потом этот фильм, еще один голливудский, тоже в Ирландии снят. P.S. I Love You. Можете тоже посмотреть. Это такие новые относительно фильмы. Сняты здесь. А я бываю в России, но у меня нет гражданства. Я никогда не был. Советское давно кончилось. Я бываю так, когда надо. Да, жизнь спокойная. Не считая, конечно, бизнеса и работы. Это все как везде. Небольшая морось, но у нас эта штука водозащитная. Телефон, правда, не очень. Это еще 6 плюс, а не 7. Ну, почти дождя нет, так что не страшно. Иначе я все спрячу в рюкзак. Ну что, хорошо снимают. Батарейка внутри этого еще встроенная в палке, огромная. Гораздо больше, чем своя. То есть она питает. Ну, наверное. Кому-то, может, и скучно. Недостаточно развлечений. Тогда в Москву, в Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Да это так тепло даже по нашим меркам. У нас, естественно, температура зимой. В танке нет. А зимой, естественно, где-то, может, плюс 5. Плюс 10 – это тепло. Ну, вот здесь всякие перелетные птицы зимуют. Здесь что-то опять строят. Ну, лето как у всех. Ну, я говорю, здесь вполне может быть солнце и 12 даже на Новый год. Такое бывало. В этом году было попрохладнее, но... Летом выше 30 я вообще не помню. То есть 25 считается круто. Да, здесь есть свои птицы, эти не улетают. Прилетают чужие, они здесь живут, потом улетают обратно. А здесь всегда зелень, хватает пищи. Море тоже теплое. Вот скоро 19-е крещение будет. Кто там в проруби купается? Ирландцы тоже купаются, но у них традиция купаться в море или океане. Оно где-то плюс 6. Я тоже купался. Welcome. Just a morning walk. Not far from my house, in Northern Dublin. Ой, мне не до игрушек. Выжил я из того возраста. Ничего, не считая того, что вот рюкзак у меня сваливался, и вот этот слип, не знаю, почему она впадала, но хоть не прервалось. На английском. Ну, не считая те, кто приезжие, они на своих больше, друг с другом. Мало лайков жметь. А, ладно. Ничего, такая хорошая погода. Жениться, ну да. Моя мама этим занимается, это у нее кредо. Меня женить. Я видел все эти GTA, но я говорю, у меня знакомые, студенты и прочее. Я сам не фанат. Я даже в шахматы не то чтобы очень увлекался. Когда-то чуть. Нет, я не был. Но у меня было много романов. Это было. До этого не доходило. Ну что, так можно снимать? Вполне себе. Насчет рюкзака я подумал. Просто если
Да нет, там сложно. Может, и я не хотел. Кто его знает. Какая разница. В каждом случае свои были обстоятельства. Ой, я дарил слишком много подарков. А потом жалел, потому что бросал их. Соответственно, подарков тут не делал. А бросал я сам, не сошлись характером. Меня тоже бросали. Всяко бывало. Привет, Артур. Снимаем GoPro-шкой со стабилизатором Карма. В одной руке телефон с палкой, в другой палка с GoPro. Иду быстро, но ничего не трясется. Все работает, чудо-техника. Завтра еще придет вот это DJI Osmo Mobile, чтобы снимать только телефон. Аналогично он крепится. Вот. В такую же штуку. А в пятницу будет инаугурация Трампа. Посмотрим, что там. Таиландский я не понимаю, или это какой язык. Привет, привет. Ну, относительно чисто. Иногда после праздников набрасывает, но тут убирается. Да не знаю, танки как-то мне не до этого. Мне надо вообще Twitch освоить. Но не столько для игрушек. Welcome. Вот обычные дома ирландцев. Очень типичные. Но в центре, конечно, есть и большие здания. Да, 23 года почти. Вот здесь находится форт, всякие гаражи. Вот какой-то паб. Жилье. Ну вот такой домик, половинка. Где-то, ну вот, то есть тут из двух половин, хотя тут даже террасный, тут, наверное, подешевле. Но я думаю, вот такого типа не новый, где-то минимум 400 тысяч. В моем районе язык в школе еще учат. Вот форт. Есть такие наполовинку дома, есть отдельная, есть терраса, когда подряд свез. Каких рублей? Евро. Рублями здесь никто не пользуется. Привет, привет. Ну что, техника, я доволен. Некоторые учесть факторы. Welcome. Делитесь трансляцией. Вообще это по-своему nice снимать. Здесь можно. Ну, отец инженер был. А мама у меня тоже врач. Но она в физиотерапии. Ну я тоже, как я, медицинские исследования. Я скорее ученый. Она в больнице работала. Сейчас на пенсии она, но так все равно на полставки подрабатывает. Скучно ей. Семья обычная. А папа инженер был. Он же умер какое-то время назад. Ну, он руководил транспортным цехом на большом заводе, если честно. То есть большое начальство. Но не только. Еще много где так работал. Ну, это такая мелкая дорожка. У нас нет Ашанов. Я не иду сейчас в магазин, тем более. У нас свои магазины. Ашанов здесь нет. И пятерочек нет. Ничего этого нет. Здесь основные магазины Теска, Super Value, Down Store, Marks & Spencer есть из британских. Ну и куча таких мелких, если говорить про большие супермаркеты. Вот там мойка и Pet Shop. Хай.
центр города, вот в направлении, куда я иду, где-то километров 10, если по прямой. Но за счет пробок может дольше занять ехать, чем должно быть. Район тихий здесь, так все спокойно, цивилизованный. Есть очень пошлые районы, где живут совсем богатые. Здесь средний класс, более-менее. Цены могут расти там за дома до многих миллионов. Но в Калифорнии дороже на побережье, чем у нас. Трактор едет. Ай. Население Дублина где-то 1,3 миллиона. Ирландии примерно 5. И Северной Ирландии где-то чуть меньше 2 миллионов. А we're discussing Ireland in Russian. People wondering how many people live here, what's the weather like, and so on. And where I'm walking. This is northern part of Dublin. Not far from where I live. Ладно, ладно. Да мне все равно, просто чтобы переключаться, как-то нить терять с одного языка на другой. Интересно, что будет, если нажать кнопку лог? Я попробую не пугать страсти. Она лог на объекте, видите, как бы я ни двигался, она более-менее держит. В Африке нет. А вот теперь unlocked, нет, или надо нажать дабл-клик. Да, по-моему, дабл-клик. А если нажать, так она вернулась в обычную. А что там делать? Сейчас, если нажать и держать. Вот так она обычно. Привет. Я экспериментирую с этой палкой. Надо вычислить эти клики. Есть какая-то кнопка lock. Я не очень еще привык. Первый раз так я с палкой хожу. А почему бы нет? Здесь разрешено. Местные жители или гости, или кто-то просто проезжает по делам. Разрешено. Здесь же нет запрета. Вот там, видите, здесь есть желтая полоса, а там нет. С этой стороны не паркуются. Тем более платные парковки надо платить. В магазинах в центре там очень дорого. Не, ну в магазине свои, конечно, есть зебры, все это есть. Полицейские лежачие. В центре очень дорого парковка во всех. Ну, в магазинах, если вы кастомер, можно парковаться бесплатно какое-то время. Вообще с этим проблема, как и везде. В центре так просто не запаркуешься. Сразу колеса запрут. Потом штраф. Вообще, я попадал в такую историю. В университете там для своих бесплатная парковка, но она забивается. Кастомер, ну кто в магазин приехал по делу? Покупатель. Ну, в банке, соответственно, кто в банк приехал. То есть, кто пользователь услуг. Клиент, можно перевести. Вот продают одноэтажный дом. Привет, хеликоптер. Не, палка ничего так снимает. Да, это пригород почти. Ну, еще там километров отъехать, не знаю, 10 уже город, считай, кончился. Там местные деревушки, они тоже красивые. Яхт-клубы, море, пляжи. Да. GoPro и стабилизатор карма к нему. А с телефона во второй руке я смотрю ваши комментарии, делаю трансляцию. Я первый раз так делаю, поэтому все еще экспериментально. Ну, вроде хорошо. Домой уже иду. Круг сделал, прогулочка. Заодно проверить технику. Ой, я сейчас не знаю. Я давно не бегаю всерьез. Не забывайте, 40,
7,5 лет. В молодости я бегал очень быстро. Долго еще потом. Сейчас я быстро хожу, по крайней мере. Бегаю, если там опаздываю куда-нибудь. А сейчас время, подумайте, 11 типа утра. Вон школьники шумят. Школа есть. Вот очередной спортивный клуб. Вот у них есть раздевалка. Сейчас пойдем на их поле. Ну, не знаю. Кто-то бегает. Я в последние годы уже нет. Стараюсь хотя бы гулять. Так, физкультура. Есть люди, они 80 бегают. Но это кого как здоровье позволяет. Но скорее это редкость. Нет, ходить тоже полезно. Особенно если много и быстро. Так, секунду. Еще одну вещь сделать. Просто мне надо руку освободить для этого. А именно вот это. Вот как. Видите, одна палка в одной руке. Ну, Познер, да, это уникальный тип. У него 3 гражданства. И он это пережил рак и полностью выздоровел. У каждого своя судьба. Так что нечего равняться на всех. Сегодня я яичницу типа обычно. Аспарагус еще к ней. И кефир пил. И чай. И пару печенье маленьких. Овсяное печенье с кефиром. Так, нормальный завтрак, не очень плотный, маленький. I'm Florida, this is Dublin Island. Dublin. Just going for a walk in the morning. Колбасу не ел. Вчера поел. Вообще, конечно, лишний вес есть. Надо бы 5 кг сбросить. Это как и Трамп говорит. 5 кг сбросить, и будет нормально. Для моего роста 179, где-то я 85 кг. Многовато. Ой, многое зависит от обстоятельств. Сами-то сами. Водка почему стоит. Сорняков есть. Здесь просто траву косит. This is northern part. It's between Harmonstown and Artane. Ну да, Трамп. Но он миллиардер. У него там личные тренеры. Привет, привет. Я сидел всю жизнь за компьютером. Не самый спортивный образ жизни был. Не, конечно, до последних лет все-таки старался в футбол играть. Далее. Листья опали. Но вечно зеленых много. Здесь тоже опадает. Почему? Хвойные вот остаются и вечно зеленые. А обычные листья уже опали. Ну да, такая ирландская зима с зеленой травой. Снег был, я говорю, небольшой совсем. Примерно вот после Нового года. У меня дома есть водка, вы зря переживаете. Я просто завязал пока что. Сколько можно праздники отмечать? Рассвет. Ой, я не помню когда. Ну, где-то в 9 уже совсем светло. 8 сейчас, зависит от времени года. Миллиард. Кто бы не хотел. Все хотят. Я не участвую в лотереях. Это потерянное время. Вероятность очень низкая. Не, ну там одно дело лотерея. Там кто-то грин-карт получает, а вот выиграть. Как? Получил визу и разрешение на работу и поехал. Самолетом, аэрофлотом прилетел, первым классом. Да, 20-го по московскому 8 вечера. Наверное, будут вас показывать. А сейчас плюс 10. Сегодня даже может быть плюс 12 Цельсия. Тепло. Очень тепло. Я? Нет. Ил-76. Это был какой? 94-й год. Я преподаватель в университете. Сейчас, правда, уже не преподаю. Только научная работа.
Хорошо, тепло. Да, вот эти локи, понять бы, как они работают. Надо привыкнуть. Вот если я... Самое надежное, не знаю. Можете ничего. Я на чем только не летал. Но в основном, как все, здесь либо Боинг, либо Бас какой-нибудь. Я в авариях близких бывал почти. Ну, типа аварий. Ну, нештатная ситуация. Ну, посмотрим, что будет с Трампом. Это абсолютно трудно предсказать. Больше гадания. Ну, в этой части, да, но в центре есть небоскребы и такие исторические здания, много чего. А здесь пригород, чего хотели. Почти деревня есть, бывшая деревня. К городу присоединили где-то 50-е годы. Ну, посмотрим. Живем, увидим. Гадать сейчас бессмысленно. Это вот интересная интрига была, кто выиграет. К ирландцам, да так, не очень. Они как, ну, лучше, чем мексиканцы. Он же наполовину шотландец по происхождению, наполовину немец. Но в Америке все иммигранты. К легальному он нормально относится. Но там есть, а сейчас такое время. Рабочий день, 11 утра. Все где-то. Да, абсолютно спальный. Цель-то была проверить технику. Давайте попробую стабилизацию еще раз, эту палку. Вот нажать и держать, что будет. Знает, конечно. Хотя, бывал ли он здесь, я не знаю. В Шотландии-то он бывал. Отпускаем. Вот так она заперла. Видите, как бы я не крутил руку, она заперла на объекте. Если я нажму еще... А теперь она отперлась, и можно просто идти. То есть у нее есть мода следить за каким-то объектом. It's all Russian hackers. Whatever goes wrong, the weather is bad. It's Russians. They can meddle in any elections. They change the weather, they cause earthquakes. Да, достаточно. Здесь хай-тек. Компьютерная фирма, фармацевтика. Но так традиционное сельское хозяйство, туризм. GoPro 5, да, и карма, стабилизатор, карма, грипп. Gaelic, a little bit, I know a few words, I know how to say thank you, it's very funny. Мух, гуруха, агат, I would be thank you in Gaelic. Russian hackers, да, во всем их винят, даже в погоде, в землетрясениях, абсолютно в любой мелочи. Могущественные русские хакеры влияют на все выборы. Теперь будут выбирать в Германии, Франции. Да, прикольно. Слава ВДВ, точно. Я, правда, ПВО. У нас была военная кафедра в МГУ ПВО. Но ВДВ тоже ничего. Ну, Виталий купился четвертую. Плюс у него нет этой палки. Поэтому, да. А я немножко потратил больше денег, купил пятую. Но пятый, действительно, микрофон внутренний, как он и говорил, не очень хороший. Поэтому я с телефона беру звук. Вот. Ну, можно вставить внешний тоже. И вот эту палку еще потратил 300. С ней вообще классно. Ну, и вот то, что он говорил, рыбий глаз, это можно переключать в опциях. Вот, почтальон там впереди, сейчас увидите, развозит на велосипеде. Ну, так... Ближайшие. Курьеры, они обычно на таких ванах ездят. Сегодня утром наша почтальонша мне тоже два маленьких деливери принесла. Ну, самую обычную почту заказывал, без всяких там. А я продал ее какое-то время назад, чтобы окончательно расплатиться за дом, да и не нужно. Просто, когда я перестал преподавать, мне не надо каждый день таскаться куда-то. Живу, работаю из дома. Так иногда куда-нибудь убираюсь. Чего-то пилят, строят. Привет. Вот наши почтальоны. Я в университете преподавал. Сейчас научная работа.
Ничего так. Причем у нас разрядилось только на одну из четырех делений за всю эту прогулку, заодно испытываю. То есть батарейка в само почтальона понятия не имею. Не знаю, никогда не был почтальоном. Но в основном это подрабатывает молодежь или старушки там, кто может на полставки там разнести с утра и все. Много у нас то молодые носят, то старушки, по крайней мере, где я живу. То есть там, я не знаю, скольки лет разрешено работать. Можно подрабатывать. 16 уж точно. Ну, так вроде почта хорошо. Сегодня мне там память прислали из Штатов там ставить в СРР дополнительную. А там дешевле было и редкий тип памяти. Здесь вот впереди церквушка местная, католическая. Здесь мы перейдем цивильно. Сейчас, кстати, никого нет, этого наплюем.